Всем привет, меня зовут Леичев Игорь, и это мой 7-й видеообзор на набор Лего Звездные войны Starfighter Arc 170, артикул которого 8088. Итак, по набору. Этот набор имеет 396 деталей и 4 мини-фигурки, как вы уже заметили. Инструкция была лишь одна. Она небольшая, не маленькая, и в ней 75 страниц. Итак, вот начало. Как обычно, что в каком пакетике собирается. Потом идут мини-фигурки. И вот собираем Starfighter. Затем, после того, как собрали, идут все детали этого набора. Мини-фигурки и функции. Вот такой вот постер. Набора прошлого года, ну, того года. Лего-клуб. И, как обычно, с обратной стороны, вот эта хрень с парнем. Так, по инструкции все. Теперь по человечкам. Первый — это Кит Фисто. В 2007 году выходил набор с Старфайтером Оби-Вана и с Турбо-Кольцом. И вот в том наборе как раз тоже выходил Кит Фисто. В этом наборе он ничем не отличается от прошлого. И все. Имеет светло-зеленый меч. Как вы знаете, в этом году пошли уже темно-зеленые мечи у некоторых джедаев. Это Капитан Джаг. Чем он отличается от обыкновенных клонов пилотов? У него голубая полоса вместо черной. А лицо у него ничем не отличается от остальных. За я присутствует рисунок, как обычно. И вот. И последний. Это R4P44. Обыкновенное тело R2. Только темно-зеленого цвета. Вот эта голова и вот здесь вот рисунки. По мини-фигуркам все. Теперь перейдем к набору. Функции. Ну, сначала общий вид. Сразу же предупреждаю, что у меня вот здесь вот не хватает... Сейчас, не хватает одной ракеты. У меня она только одна. Вот она. Общий вид. Здесь не хватает двигателя. Но это уже мои косяки. Я потерял. Итак, открываются кабины. Внутри присутствует пульт управления. Как я понял, это пассажирская кабина, которая перевозит людей. И сзади тоже, в задней кабине, имеется пульт управления. Также он относится, пульт управления, к этой пушке, которая двигается во всех направлениях. Ну, кроме как назад, потому что там уже мешает стекло, да, и невозможно такое. Так, здесь вот место для дроида-механика. Покажу, как его туда вставлять. Ну, как обычно, просто берем его в стандартном положении и вот сюда вот запихиваем. Но изначально, конечно же, надо вот эту голову его вот в такое вот положение прикрепить, чтобы его вот этот глаз смотрел по движению Starfighter. И все вот так вот закрывается. Но иногда бывает вот такой вот минус, что когда его достаешь, достаешь, вот сейчас вот у меня нормально вытащился, но бывали случаи, когда вот вместе вот с этой вот деталькой доставался. Так, дальше. Огнестрельная функция. Сзади находится вот эта деталь, на нее надавливаем вперед и вылетает ракета. Вот так вот.
Так, еще. Вот так вот. Затем. Еще одна функция этой детали. Это уже вот так вот ее надо крутить. Это колесико. И крылья будут расправляться, как вы замечаете сейчас. Сразу же оба крыла расправляются. Механизм тут весь на резинке. Вот здесь вот, видите, резинка. Так. Все по функциям. Также этим же колесиком возвращаем крылья в стандартное положение. Но детализирован он в среднем. То есть ничем он таким не выделяется прикольно. Обыкновенный Starfighter ARC 170. Наклейки. Наклейки, 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 наклейки. В основном одни наклейки. Вот и все. Вот такой вот Starfighter. Все. Всем спасибо за просмотр. До свидания.